15 декабря в Парке Дружбы подведут итоги традиционного конкурса «Одень дерево». Все желающие могли изготовить необычные украшения для деревьев, растущих на центральной аллее парка. В этом году их нужно было выполнить в стиле любимых персонажей мультфильмов. В субботу лучшие работы наградят призами. Начало в 11:30. В воскресенье в Добросельском проведут развлекательную программу «Снежные забавы». Она начнется в 11 утра. В этот же день Центральный парк культуры и отдыха приглашает гостей на конкурс снежных фигур «Лукоморье». Все желающие смогут слепить сказочных персонажей из снега. Начало в полдень. В это же время посетителей загородного парка ждет спортивная программа. Там проведут снежные эстафеты «Праздник мороза». Любители театра старше 18 лет областной дом работников искусств приглашает на моноспектакль по мотивам романа «Любовь во время холеры» Габриэля Гарсия Маркеса. Спектакль сыграет заслуженная артистка России Жанна Хрулева. Начало в 18:30. В субботу и воскресенье с 12 до 19:00 по адресу Стрелецкая, 25, пройдет спонтанный маркет. Изделия ручной работы там представят владимирские мастера. Посетители смогут приобрести керамические, вязаные изделия, украшения и одежду, а также пообщаться с их создателями. Кроме того, в рамках мероприятия проведут так называемую гаражную распродажу, когда новые вещи, которые оказались не нужны, хозяева могут выставить на продажу. В этот раз вырученные средства потратят на благотворительность. Организаторы предупреждают, вход на мероприятие свободный, однако придется переобуться в сменную обувь или теплые носки. Областная библиотека для детей и молодежи в воскресенье проведет музыкальный винегрет. Это событие – своеобразный вызов традиционному представлению о тишине в библиотечных залах. В 15:00 на Мира 51 ждут творческих читателей, которые умеют петь, танцевать или играть на музыкальных инструментах. Каждый сможет найти своего зрителя и продемонстрировать таланты.